Привет, друзья! Вы на канале «Все обо всем» с Еленой. Сегодня мы приехали вот в такой популярный у нас магазин «Сезон». Приехали за продуктами. Сегодня понедельник, 1 марта. Вот если удастся показать обзор своих продуктов, то я с удовольствием это сделаю. Ну, посмотрим. Охранник любезно разрешил поснимать. Он говорит, ну это же не закрытый объект. Пожалуйста, снимайте. Так что зашли мы в магазин «Сезон», который очень популярный у нас. Здесь цены немножко повыше, но зато качество продуктов мне нравится. Сначала у нас идет здесь такая зона промышленных товаров. Все здесь и электротовары. И вот видите, для сада-огорода. Пойду я вам покажу. Ну, все есть. Есть банные принадлежности. Вот для любителей садоводов. Грунт Террарика 72 рубля. Так, сколько у нас здесь литров? 10 литров. Так, тоже его много. Это грунт Роза 49-85. Ну, зависит от вместимости. Также есть и отдел здесь семян, отдел химии. Так, ну это все для машин, я так поняла. Ну, все, видите, все в одном магазине. Здесь и одежда, и обувь. Ну, а дальше немножко интереснее. Здесь для нас, для женщин, крема, шампуни, с другой стороны порошок стиральный. Так, посмотрим, сколько порошок. Ну, вот такой более популярный Тайд 100 рублей, Миф 65, так, Тайд 130, Ариэль 140. Так, а где автоматы? Это ручная стирка Миф 65. Так, ручная стирка. Тает вот в таких пакетах. 310. Тут сколько? 1,5 килограмма. Это уже автомат, да. Для автомата, для машин. Так, вот мой любимый шампунь Фруктис. Мне он очень нравится. 355. Все подорожало. Так. Чистая линия тоже неплохой. Вот лосьон тоник. 92 рубля. Бархатные ручки тоже мне очень нравятся. 75 рублей. Ну, все дорожает. Что делать? Здесь посуда. Ну, пройдусь так просто покажу. Чашки, плошки, сковородки. Вы знаете, как жена выбирает с мужем сковородку? Есть анекдот такой. Примеряет его к сковородку, к его голове. Игрушки. Так, ну давайте по игрушкам пройдемся. А здесь, к сожалению... А, нет, есть цены. Я всегда удивляюсь тоже ценам. 790 рублей кукла-манекен. Боже ты мой. 1800 рублей вот этой игрушечки. Вот этот зайчик. Зайчик. 1200 рублей. Вот эта игрушка. 660. Обыкновенная пирамидка, ребята. 400 рублей. Да с ума сойти. Вот такие милахи мне нравятся, которые сами шьют. Вот я же тоже шью куклы. Так,
Сколько такая прелесть? 790. А это 1700. Да. Так, ну вот у нас здесь крайний отдел. Здесь идут ведра, шапки, ведра. Вот видите, с одной стороны ведра, там всякие салфеточки, губки. Здесь шапки, с другой стороны. Здесь шапки, там ковры. Здесь всякая мелочь такая. Тоже можно что-то, бриджи женские. На лето можно выбрать подушки. Ну, вроде бы сначала так, знаете, хаотично, да, все раскидано. А когда ходишь часто, так привыкаешь к этому, ко всему. Так все хорошо. Так, вот только тут узкие проходы. Сейчас мы разойдемся с женщиной. Разошлись. Всякие сладости. Нет, я на них не смотрю, на эти сладости не смотрю. Я на диете. Мой любимый зефир. Там наши любимые конфеты, печенье. Так, а здесь отдел, я считаю, для тех, кто ленится готовить. Все готовое. Салаты, котлеты, куры, гриль. Все в нарезке. Ну, бывает, что и покупаем. Но мы здесь ни разу не покупали. Я люблю сама готовить. Вот. Так, сейчас посмотрим у нас здесь, что по овощам. Пройдемся. Видите, как замечательно. Никто не мешает снимать. Так, картофель красный у нас 105 килограмм, ну, дороговато. Перец, ну все это, наверное, искусственно. Так, перец, 364. Редька черная 59,90, чеснок 21 рубль 3 штуки. Так, картофель вот такой бэби, маленький, да? Фасолочка 1 килограмм 70. Ну, почти 75 рублей. Так, хорошо. Здесь тоже у нас идут фасовки. Видите, вот так все красиво оформлено. Так, что у нас здесь? Лук белый 70 рублей 69,90. Ну, я все округляю. Так, репа даже продается. Редька зеленая, репа у нас тоже 59,90. Я не вижу здесь лук красный 69,90, все близко к этому. А здесь уже упаковано все. Там можно выбрать яблоки. Так, сейчас я пройдусь, потом уже буду выбирать то, что мне нужно. Ну, ходовой товар. Так, морковь у нас 37,90, фермерское хозяйство. Лук репчатый 32,90. Перец ласточка довольно-таки популярный. Ну, почти 300 рублей. Да что там почти 300 рублей. Овощи и фрукты взвешивать в отделе. Так, лук репчатый 26,90. Так, мандарины Марокко 149,90. Яблоки Гольден. Ну, яблоки, вы знаете, сколько раз брала, но никакущие. Вообще они какие-то безвкусные. Так, помидоры. Помидоры 204,90. Вот так. Там отдел у нас, что кофе, чай, всякие принадлежности. Смотрите, яблок вроде бы много. А вот так, если приглядеться, и выбрать не с чего. Не знаю. Не доверяю я этим яблокам. Так, здесь у нас гранат. Гранаты 189,90. Груша Санта 189,90. Киви фасованные 199,90. Бананы 109,90. Груша конференц 224,90. Манго 50 рублей распродажа. Ну вот манго. Не брала, не знаю.
А вот еще и с этой стороны у нас здесь есть. Да, яблочки. Вот эти яблоки, кстати, хорошие. Вот эти имею в виду. Нравятся они мне. Вот эти бы яблоки я взяла. Так, грейпфрукт. Ну, кто-то его любит. Я почему-то вот горчинку не переношу. Мне не нравится. Все взвешивает. Сейчас мы пройдем еще мясо, посмотрим. Помело. Как-то один раз попробовала. Может быть, было не очень свежее, может быть, не очень дозревшее. Что-то мне не понравилось. Ну, здесь все в упаковочке. Зелень есть. Так, посмотрим зелень, да, сколько стоит. Лук зеленый 38. Сейчас мы пропустим, чтобы прошли. Имбирь. Помните, имбирь пользовался с таким спросом в начале пандемии нашей? 549 рублей килограмм. Так, кабачки 219, лимоны 159. Что у нас это тут? Понятно. Зелень 25,90, 47,90. Вот упакована капуста квашеная, кто хочет. Огурчики соленые. Все есть. Морковь по-корейски. Виноград. Виноград 379 рублей килограмм. 319 рублей килограмм. Ну, пошли, наверное, подойдем мы к мясу. Так, мясо, мясо, мясо. Ну, что интересует? Фарш. Говядина, баранина 309,90. Фарш говяжий 369,90. Вот. Телятина охлажденная 369,90. Телятина охлажденная лопатка 409,90. Ну вот, мясо полно. Язык говяжий 499,90. Шейка 399,90. Так, что у нас тут дальше? Гуляш свинины 289,90. Вот как раз я возьму на фарш. Кура, грудка куриная 219,90. Грудина свиная, грудинка свиная 269,90. Хорошо. Когда деньги есть, тогда все хорошо. Ну, как-то вот так более-менее. А, ну вот здесь уже у нас замороженное мясо. Говядина 449,90. Говядина, ребра 329. Ножки свиные 99,90. Ага, вот яйца 89. Распродажа. Пройдем в молочку. Так, обойдем и покажу вам молочку. Ассортимент есть. Есть из чего выбрать. Кефир 84, 74, 69. Я так быстренько говорю, чтобы сильно не отвлекаться. Кефир 57, это большая кружка. Молоко 112 есть. Литровое, да. Ряженка 68. Молоко ультрапастеризованное 65-88. В общем, вот такие цены. Так, ну я сейчас подойду к рыбе. Не хотели купить рыбы, но вот решили немножко подождать. Другой у нас ассортимент будет. Видите, сом охлажденный 279, лещ крупный 179, пикши 219, палтус
539, форель 539, стейк семги 1299, филе семги 1799, окунь морской 299, камбала 309,90. Ну вот мы берем форель. В следующий раз возьмем, ну вот деликатесная икра красная 6499. Икра красная горбуша 6400. Заманчиво. Скумбрия 480. Вкуснотища, конечно. Ну здесь для любителей. Кто любит вяленую рыбку. Так, ну что, селедка у нас, филе 300 рублей, скумбрия 319, нарезочки. Видите, покупатели без масок и перчаток обслуживаться не будут. Ну, а здесь уже идет колбасный отдел. Вот в нарезку сервелат 545, так что у нас дымов колбаса 429. Ну, выбор большой, но почему-то сегодня понедельник не снимают, ой, не покупают колбасу так сильно. Ну вот, а мы пойдем сейчас посмотрим мяско, выберем себе на фарш. Так, пройдемся по специям. С одной стороны, а с другой стороны у нас хлеб. Хлеб всегда здесь свежий, теплый. Так, что у нас? Батоны 38, 34, 23. Но это зависит от сорта. Ну что-то полки пустые с хлебом. Еще, наверное, не подвезли свежий. Да, хлеб еще не подвезли. Так, каравай 37, хлеб, ну, в пределах нормы. Так, теперь покажу, в какую цену пиво. Так, пиво Хейнекен, да я в нем еще не разбираюсь, 62 рубля, Миллер 62. Дуб и обручевый, да я также первый раз такое слышу. Вот Степан Разин, 100 рублей. Вот видите, Три медведя 100 рублей, Крынц какая-то 129. Так, а это что у нас тут, квас? А, это уже квас пошел. Все рядом. Ну, пиво меня вообще не интересует. Вот Козел, слышала о таком. 59 рублей. Так, ну что еще? Вот это пиво, по-моему, тоже оригинальное, светлое. Вроде бы как тоже пользуется успехом у мужчин. Баночное. А, вот Козел. Так, видно, да? Сколько оно? 59? Степан Разин 44. Есть выбор. Там отдел для кошечек, собачек, все. Здесь заморозка у нас идет. Филе тунца 699. Пирог домашний с капустой 59,90. Молоко Любаня из Кубани 54. Ну, а здесь у нас идет уже не свежая рыба, а идет заморозочка. Вот. Окунь морской 299,90, скумбрия 269, навага 129, палтус 529. Ну, в общем. Как видите, все в масках, мы подошли на кассу. Что мне нравится в сезоне, здесь есть такая акция. Если ты берешь на 1000
А вот, да, 1200 уже, да? Вот, я вам покажу. На 1200, если набираешь покупок в будние дни, 1500 выходные дни и праздничные дни, то идешь к столику, где разыгрываются призы. Показываешь чек оригинал, выбираешь билетик, и какой тебе номер выпадет, ну, на тот номер ты и берешь приз. Но в основном это что? Мыло, зубные щетки, всякая, короче, хрень. Но вроде бы и приятно. Вот видите, выдача призов. Подходишь сюда с оригинальным чеком, крутишь вот этот барабан, выбираешь билет и какой номер тебе попадает. Такой приз и берешь. Вот на призы, например, на второй номер вот это. Завлекалочки, конечно, там хорошие призы. Вот видите, уважаемые покупатели, не забудьте получить приз при покупке от 1200 рублей. Мелочи приятно. Ну вот, дорогие друзья, небольшой обзорчик магазина «Сезон» в Санкт-Петербурге я вам сделала. Если понравится, будем продолжать. И в других магазинах сниму цены, чтобы вы сравнили и имели представление о ценах в продуктовых магазинах Петербурга.